Друзья, всем привет! Новиночка от компании КРС. Линзы КРС Nano 3.0. Интересная, очень интересная линза. И сейчас я вам покажу и расскажу, чем они интересны. Тут у нас 70 ближний, 80 дальний. Они, ну, смалят конкретно, добряча. Давайте я вам покажу, как они выглядят. Посмотрите. У них очень маленькая глубина. Прям очень маленькая, видите? Вот такое вот у них, вот такое исполнение. Трехдюймовая линза крепится только на рамочку, либо на шпилечки. Кулер сзади. Но глубина у них совсем маленькая. Тут самые дорогие качественные провода. Все в змейке, в термоусадке. То есть дорого, богато. Сейчас я подключаю и показываю вам, а то у меня тут проводочек выпал. Опа, так. Посмотрите, как они светят. Для таких малышей они вообще, они уже туда, к дорогим моделям относятся. Ближний. Дальний. Ближний, дальний. Одна линза, господа, одна линза. Ставите вот такие две линзы себе в тачку, и просто вы король дороги. Как вам такое? Хорошая ширина. Ну, блин, ну дальний тут вообще просто улет. Ближний классный. Так, стоять. Вот такой вот ближний. И вот такой вот дальний. Красота, и добавить-то нечего. Ребят, самые маленькие линзы, самой маленькой посадочной, просто вот, ну, не передать словами. И очень-очень шикарно светят. Если у вас есть какие-то вопросы, можете писать нам, мы вам поможем, расскажем, ответим на все ваши вопросы. Также мы занимаемся установкой, и вы можете нам высылать свои фары, мы вам их отремонтируем, сделаем, скажем так, вообще без проблем. В описании вы можете пройти на сайт, почитать более детально, посмотреть, есть они в наличии или нету, и заказать.